Всем здорово, пацаны. Сегодня мы на сайте Case Battle. Баланс мой 39 рублей. Давайте попробуем окупиться с этого баланса. Пробовал уже 5 раз записать видео. Не получилось, потому что не выдает Case Battle. Да. Если видео получается меньше, чем 4 минуты, я его не буду записывать. Ну, типа, выкладывать. Давайте откроем 3 раза Silver Elite. Ого, вот. Это хорошо, хорошее начало. У нас есть уже сывкан. Давай еще окупай. Окей, я тебя понял. Давай окуп. Все равно мне не даст полностью все, что я слил. Да. Давалка закончилась на глоке карамельное яблоко. Я тебя понял. 6 рублей ставим на 63. Хотя нет, давайте на 13. Вдруг это зайдет. Хотя я в этом сомневаюсь. Смотрите, сейчас он не зайдет. А, нет, зайдет. Ладно. Но второй уж точно не зайдет. Не, второй зашел, посмотрите-ка. Интересно. Продаем тогда два скинчика по 13. Идем опять Silver Elite. Открываем два кейсика, смотрим, что выпадет. С первого кейса выпадает окуп. Хорошо. Отбил два кейса как раз. С второго кейса выпадает не окуп. Хорошо. Скинчик за 26 давайте продадим. Откроем одного Йеннифер. За 7 рублей скинчик ставим. Йеннифер, выдай, пожалуйста, 50 рублей. Будет неплохо. А, Йеннифер выдает африканскую сетку, понял. Давайте африканскую сетку на 20 рублей. На ветеран. Выдашь, интересно, или нет? Нет, не выдаст, походу. Да, не выдал. 7 рублей давайте на 13. Поехали. Вот так вот. Сейчас он тоже не выдаст. Да. Печально. Давайте тогда за 50 рублей продадим. Хватит как раз на 4 кейса Silver Elite. Прям ровно. Ну что ж, будем надеяться, то, что он выпадет еще раз карамельное яблоко. На ней тупо сольет нас. Давайте посмотрим. С первого кейса выпадает. Хорошо, окуп. Со второго уже не окуп. Вангую. А нет, опять окуп, неплохо. С третьего чего выпадет? Ого! А я уже подумал то, что опять выпал окуп, но нет. И окуп, неплохо. А Case Battle-то идет на отдачу, походу. 99 рублей, давайте продадим. Идеально. Идеально вообще. Давайте открываем 3 раза Йеннифер. Потом идем в Silver Elite. Йеннифер не выдал один раз. Давай второй раз выдай уже. Второй раз тоже не выдал. А, ну блин, выдал. Третий раз не выдал уже. Печально. Но сейчас мы подсидим. Давай Silver Elite выручай. Выдай что-нибудь за 50. Вот идеально вообще. 59. Case Battle не перестает меня радовать. 11 рублей на валике и 108 скинами. Неплохо.
Давайте ширпотреб мы закинем в апгрейды. А вот клок, скорее всего, я выведу. 10 рублей давайте на 20 ставим. Два раза по 20 сделаем апгрейды. На ветеранский трек. Давайте раз. Заходит, смотрите, неплохо, неплохо. А второй раз зайдешь, интересно? Ну-ка, давай второй раз зайди. Ну нет, второй раз он уже не зайдет. Да. Давайте 20 рублей тогда на 40. Посмотрим, выдаст или нет. Чтобы мне было тут интересно. Вот у меня нет скина на Галил вроде. Да, давайте Галил сделаем. Малика еще добавим. Вот 8 рублей. 62% давайте. Вроде заходит. Да, заходит. Хорошо. 29 мы засунем в... Вот клочка у меня нету еще. Да. Извините за такой голос, я просто болею. Да, вот это очень плохо. Да, тогда сделаем такой апгрейд. Блин, как тут с Баликом, блядь, нахимичить, чтобы было ровно. Давайте 66%, хорошее число. Выдает. Выдает. Отлично. Второй глок мне, в принципе, не нужен. Давайте второй глок продадим. Еще контент сделаем. Да. Уже на 155 рублей есть. Ну, это, считайте, ноль со всех моих депов. Юнифер нас сейчас будет сливать, так что давайте в Сильверлиту пойдем 4 раза там откроем. Интересно, купит Сильверлита хоть один раз или нет? О, с первого раза окуп, но вообще на рубль это не считается. А и нормальный окуп. Городская опасность не окуп. Окуп, хорошо. Давай еще окупи. Калька не окуп. Все. В апгрейд идем. А, 6 рублей, наверное, превратим в 13. И давайте поставим 15. 15 кальку, и это засунем в 15 рублей. Что тут есть интересного? Давайте плотоядный сделаем. Первый не заходит вроде. Да, не заходит. Второй зайдет, интересно или нет. Второй вроде заходит. Хорошо. 14 рублей ставим на 28. А какой длины будет ролик, зависит от того, как выдаст KizBattle сейчас. Зайди, пожалуйста. Зашел. Отлично. 15 на 30 ставим. KizBattle реально неплохо начал отдавать. Давайте выберем. UMP выберем. Поехали. Но если ты зайдешь, это будет вообще неплохо. Ну, вроде не заходит. Да, не заходит. Ладно. 26 давайте ставим на 52. За 52 выбираем скинчик. Я даже не знаю какой. Давайте выберем стат-трек Бизон. У меня тоже нету скина на Бизон. Выдай, пожалуйста.
выдает четко. Фух. Реально неплохой же плюс, неплохой. 28 ставим на 56. Если сейчас выдаст, то будет вообще идеально. За 56 можно выбрать. Сложно, можно выбрать дротик. Тоже скина нет на эту пушку. Добавим баликом 7 рублей. Давай. Хорошо, не зашел. Очень сложно. Что бы делать? Давайте 52 засунем, 70. 70, посмотрим скины. Если не найду ничего интересного, то тогда ухожу с кейс-батла и заканчиваю серию. Так. Но я не вижу пока что ничего интересного, чтобы я могу привлечь. Я даже не знаю, что делать. Может, скинов интересных нету. Давайте невозмутимость попробуем сделать. 47. 55 будет шанс, да? Но меня может слить. С другой стороны, сотка это уже плюс хороший. Давайте попробуем. Но это, скорее всего, слив. Нет, не слив. Смотрите. Выдает, выдает. Идеально. Сколько я буду выводить? Ну вот, 189 рублей с 39. Это идеальный плюс. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.